А чё вы выбрались? Какие проблемы? Я хз, но там, короче, какая-то хрень рычит. Я хз, кто это, но там кто-то рычит. Ну пойдем посмотрим. Ученый, там какая-то статуя. Ученый. Какая статуя? А у вас усы красивые. Ладно, ученый. Картофель надо Бежим! Белый, мы бежали! Боже, спаси! Боже, открой дверь! Боже, закрой дверь, пожалуйста, если слышишь мои молитвы! Закрыл! Что это? Что это, ученый? Я не знаю, что это хрустнуло. Наверное, это 173. Я думаю, нам нужно сейчас глянуть. Мелкий, пошел проверить. Пиздец. Сейчас пойду с ним бороться, открывай. Ну давай, давай, пойдем, пошел. По-моему, его стоит открыть. Нет, не открывай, ты нас убьешь. Открывай! Нет, ты нас убьешь! Он еще открыл. Ты нахуя друга своего привел? Я знаю, тихо, все заткнулись нахуй. Я знаю, как работать как бы с этим объектом. Нужно просто дать ему жертву. А он любит очень маленьких людей, потому что вот D17 пошел туда. Я маленький снаружи, но большой был. Да пошел нахуй быстро. Или мы тебя забьем, мы тебя уничтожим, понимаешь? Так у тебя хотя бы шансы. Ладно, пойдемте. Пойдемте. Что мы делаем, блядь? Там пиздец. Да тихо, блядь, заткнись. Дядя Серх, у всех спусет. Ёбаный. Ой, Добрый день. Здравия желаю. О, бляха! Пиздец. Летает везде. Открыт. Ты нахер ты открыл? Скажите, пожалуйста, там 173 есть? Да нету здесь никого. Не, погоди. Бля, наша. Лечи его. А мы пойдем. Давай. Иди сюда. Все, контеймим дока. Блять, там какая-то хуйня маленькая пробежала снизу. Молодец, док. Хорошо. Молодцы. Один из них, правда, был уборщиком. Да, пойдем. Док, ты наш охранник, ты наш спаситель. Давай, бей же рыжих. Попросим. Рыжие выбрались на свободу. Рыжих бей. Все, стой на месте, не все. Не надо. Это мелкие демоны бегают. Понял. Пойдем, док. А хотите тоже стать мелким или наоборот большим на наших серверах? Легко, просто поддержите проект и возьмите на сайте изменения размера. Также на сайте стал доступен радужный префикс, а на серверах появилось целое множество крутых плагинов. Да тебе хочется вас похвалить, так сказать. Ну, работник месяца. Боже, помоги, открой дверь. Да, открыла. Охуенно. Бог все видит, Бог все слышит. О, труп. Боже, сколько варенья. Варенье невкусно. Нам тут боженька дверь открыл, наверное, мой ангел-предохранитель. Наверное, он... Ой, пиздец, ангел-предохранитель что-то хуйню страдает. Это что такое? Тут камера плохая. Блять! Ну, бля! Поймал! О, Капустин! Капустин! А ну-ка дай карту, Капустин карту отдал. Ученый, хуй копченый. ЭБР, стоять! Белый, дай сюда карту, дай карту. Что дальше? Карточку хочу. Да я отдал карточку уже. Вот они. Здрасте. Так, дедушка, сейчас будем проводить обыск, все стали к стенке лицом. Так, там сербушка чистый. Так, все чистые. А, это ученый. Я обосрался. Охранник, можно кое-что вам сказать? Очень от чистого сердца. Я подойду. У вас очень классные ботинки от Лова. Спасибо. Нравится. А можно тоже такое признание сделать? У тебя хуёво, иди нахуй. Я колодца буду, блядь. Не надо, не разве. Как у тебя не нашли это? Да блядь! Охранник! А под рубашку прячешься? Охранник, тут наркота. Что ты убегаешь? Он убегает. Охранник, там ты класс с наркотиками убегал. Убежал. Поймали. У него наркота. Наркота у него. Просто повернется, того расстреляю моментально. Вот градусик. Всех, кроме Амсерга. Ну, я ж доносчик, да. Да. Я доносчик, я свой. Становись в этот угол, становись. Да, давай. Ты элитная Дэшка, я тебя буду вывать в первую очередь. Спасибо. Я секьюрити данного человека. Я просто доносчик. Главный шпион. Да, блядь, мне аптечку верните и фонарик. Ёбаный рот, нахуй. Мне жопу откусили. Закрывай дверь за собой. Нет.
Ну чё, ты его просрали? Я уже, блядь, три раза проверялся, иди нахуй. Ваши коронавирусы меня заебали. Да насрать. На сам серф, он на нашей стороне. А ты куда стоит? Там пи, пиздец! Сюда, 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 сюда. Это что ж такое? Бля. Закрой, закрой! Уж погибли, не бей ничего, убей его. Откройте, блядь. Открой, открой быстро, открой. Пожалуйста, спасибо, о, блядь. Ёбаный кошмар, нахуй, посреди. Можно я что-то возьму с оружия? Нет, нельзя. Так я швип, я возьму, хорошо? Не надо, нельзя. Ну, блядь. Не надо, поверь, не надо. Блядь, я ж помочь хочу. Хотя бы, ну, световую хотя бы дай. Все, пиздец. Хотя бы минералку. Нас. Зачем тебе, блядь, пистолет с глушителем, что ты делаешь? Ой, ма! А! Нет! Не надо! И боюсь, ты подойти. Все, свет есть! Фонарь! Свет! Отлично! Нихуя не видно! Не уйди! Две во тьме! Сдохни! Блядь! Блядь, мама, мама! Я его убью! Я его убью! Не надо, блять! Что на минералку? Дай мне сюда! Тут оружие есть! Пойдем! Блять! Мать моя женщина! Все, законтеймили! Очку! Бля, я не могу, и оружие, у меня все выпадает из рук! На фонарик, на фонарик, свети! О, бля, нахуй, все! Я свет во тьме. Веди, веди. Давай, нужно быстрее уйти отсюда. Тут какие-то эпсилоны, блядь, дебильные пришли. О, все, побежали. Я свет во тьме, вперед. Да нам и так видно, ты заебал. Ты нас палишь. Да куда идти? Пиздец. Ну пиздец, блядь. По-моему, тут все нормально. Двери иногда закрывают. Че тут открыто, блядь, вообще не понимаю. О, да класс вышел. Да класс, стоять, сука. По росту быстро. Отсортировались. Радомир, Радмир, там этот с карточкой уборщика, пускай он выйдет. Там ученый. Блять, окей. Тот чел с этот. Вилли, иди сюда. Что у тебя мог украсть, чёрт? О, Олег. Здравствуйте. Привет. Почему у вас The Class выбежал на свободу? Какие-то вообще агрессивные апельсины. Здравствуйте, доктор. Это, как его, короче, не трогайте, пожалуйста, The Class, мы его увидим. А там уже вот... Не трогайте, пожалуйста, комбинезончиков. Ох, бля, комуха, уходим! В смысле, The Class стоять на месте. Там The Class, там The Class куча. The Class, там The Class. Твою мать. Давай, закрывай. Твою мать. Бля. Ой. Ай, Макарена, Макарена, Макарена. Это что за псина? Я хуй знаю. Ой, блядь, макарена. Закрывай! Закрывай! Ай, Макарена, Макарена! Бля! Закрывай! Закрывай! Макарена, Макарена! Просто буду наблюдать, говно! Ой, блядь! А славу! Да ты чё бьёшь, блядь? Ты меня палишь! Пиздец, меня откусили две трети моей идеальной жопы. Теперь я срать не могу. Пиздец. Ну и есть. Псины, наверное, уже ушли, как я понимаю. Охранник, надеюсь, вы знаете основы самообороны, блядь. Ну я... Если на нас кто-то нападает, мы орём не бейте, блядь, по лицу и сдаём. Ну, блядь, такое я знаю. Не уверен, что это так работает. Ой, блядь! Иди его съешь! Давай, давай, ты боишься, мама, верь в себя и точно. Пошёл, блядь, пошёл. Боевой доктор, да, хуй сейчас он её заглюёт, да? Ты его уже съел? А ну как? Он сдаётся. А, оружие на пол или... Всё. Оружие на пол или мы... Ты что за хуйня такая? Чё ты, что за форма я такая? Я хуйня под названием повторюсь вам. Женского пола. Блять, я не знаю, как вот на это реагировать на самом деле. Короче говоря, это, я не знаю, сколько там тут ещё, но как минимум ещё четверо есть нас. Слушай, я думаю, наш доктор скоро не выдержит и заебашит зелёного. Так можно мне его убить, пожалуйста? Ну да, ладно, давай. Бать, сзади! Ты такой скрытный, ты тебе не поможет, блядь, я тебя вижу. Да класс, стой на месте, если хочешь жить, блядь. Ну стоять, вышел из площади. Сейчас стрелять буду, да класс, стоять. Я тебе его в жопу запихаю, как ткань, блядь.
Блять, мундак. Мобильный опер группа, поеду к телефону и жду, у меня важная информация. А еще мне будет ребенок! Сейчас, пизды. Ой, блять! Все, сдаюсь! Там пиздец, там пиздец! Ебай мать! Ой, это так хана! Ебашь его, ебашь его! Уничтожить! Уничтожить врага, доктор! Доктор, ты мой стенд. 49-й это наша щитовая группа, блядь. Где танкует патрон? Нет, это гурец, а? Я не знаю. Где гурец? Давай я пойду его найду и буду орать, если что. Хаос, цепа. Не забывай про самооборону. Ну, если что, я оружие сдаюсь. Че это нахуй такое? Простите, это, блядь, не сдержался, перданул. Да хватит, блядь, хватит. Да шука, сука, протяжный такой. Кажется, сейчас свет вырубится нахуй. Да, блядь. Сзади, ебаный в рот, там кто-то явно есть. О, боже, я чё... Ой, блядь! Какого хуя? Ай, Макарена, Макарен. У нас тут танцы. Ай, Макарен. И Макарена, Макарен. Твою мать! А, Макарен. Ну пиздец, блять. Я бы сказал просто Олег. Я уборщик. Да я вижу по автомату. Мне без разницы кто. Два человека по мне шмаляли. У вас есть целый отряд. Методом голосования решили, кто по мне. Кто самый мелкий, тот и шмалял. Олег. Олег, это ты стрелял, я все видел. Я уборщик. Не пизди. Кто вот рядом стрелял, алло. Это Олег. Мочи уборщика, его не жалко, новых наймем. Это он стрелял. Это она. Ну это она, да. Олег стрелял. Женщина Олег. Что ты сделал, Ирод? Он заебашил Олега. Что ты наделал? Бляха, муха! Мелочь. Блять, тараканы, хули вы тут делаете? Поехали. Вниз. Вниз. Это гномы. Ах, твою мать! Чё ты некаешь ты, сука? Мне кажется, нам жопа. Нам жопа. Закрывай двери. Бену НРП, я твой фанат сразу. Блять, сейчас застрелю. У меня есть гуруна-ата. Пойдем взрывать. Гуруна-ата. Ты, короче, заманиваешь. Я еб... Давай. Не-не-не-не-не-не-не. Гав. Ха! Ох, алло, есть ты на связи? Я есть. Короче, за... мы псину. Один, правда... Ой, еще одна жива. Говорит кадет Браво 10, так как мне командир назначил своим посредником, то бишь, я тебе командую отрядом Браво 10, я запрошу отдам гуглицы. Ой! Кто взрывает? Деклас! Оружие! На землю! Придурок. Все, сдаюсь, Нет! Ну шо? Хочу сообщить вам, что мы восстановили наши сервера по Майнкрафту, и теперь вы можете зайти на них через наш собственный лаунчер. Ссылка на него будет в описании.